Данте тина кам нидхайо падайор нипатто какушат этадахам бабруми хе садаво сакалами бабихайодра чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам данте тина кам нидхайо падайор нипатто какушат этадахам бабруми хе садаво сакалами бабихайодра чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам Гаурия Гоштхипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told Гаурия Гоштхипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что на пути нашего Харибаджана Лабра Пуджа Пратиштха они автоматически придут к нам, но нам не нужно привязываться и ждать этих вещей. Шрила Прабхупад сказал, что на пути нашего Харибаджана автоматически Лабра Пуджа Пратиштха и все остальное придет к нам. Но мы не должны принимать эти вещи каким-то скверным образом. И вот в этой шлоке говорится: Jovanam dhana sampatti prabhuttam avivekita. Ekaikam upi anarthayo kimuto yato jatushtayam. Any one out of these four things. И любой из этих четырех вещей, гордость своим, своей красотой, своим богатством, своим происхождением, каким-то склонностью контролировать все. И эти вещи, они очень опасны. И вот Джована, вот эти вещи, judgment power inside. What is good, what is bad? Avivekita. Avivekita is consciousness not working properly. Actually, we can. И вот те люди, которые гордятся этими вещами, они их сознание, оно не работает должным образом. И вот Кунти Деви, она говорит практически то же самое. Йованам дхам сампатти прабхуттам авивекита. Экоикам опи чатуштхайо, экоикам опи анартхайо, киму то ятто чатуштхайо. One out of these four can put you in trouble. Если мы гордимся этим, хотя бы одной из этих четырех вещей, то мы возгордимся, и это станет причиной нашего падения. А что говорить, если люди не гордятся всеми этими вещами, что сказать о них? Шрила Прабхупада Сарасвати, наш предыдущий гуру, он, наша Рагануга Гуру Варга, он говорит, что Тринадапи, и вот Прабхупада Сарасвати Пад, он просит нас смиренным образом. И вот, зажав травинку между своих зубов, он с смирением говорит нам, что я прошу вас всех. Совершать баджан и оставить все материальные бесполезные вещи. Мы можем вспомнить в Шримад Бхагаватам, когда Брахма, он и вот когда Нарада, он давал этот Бхагавататва Вигьян Нараде, то в этом случае
Брахмаджа, он предупредил Нараду: «О, Нарада, будь осторожен. Я даю тебе эту Бхагаватату, и не нужно использовать ее неправильно. Можно вспомнить много раз, я говорил, что те, кто приходят в Гаудимат, чтобы неправильно использовать божественное знание, которое есть в Гаудиматхе, то Шрила Прабхупад говорит, что у Гаудиматха не может быть и нет никакой связи с такими людьми. Те, кто приходит в Гаудимат, чтобы неправильно использовать то божественное знание, которое есть здесь, то с ними Гаудиамат не может иметь и не имеет никакой связи. Конечно, они могут заявлять, что у них есть какая-то связь с Гаудиаматхом, но кто из Гаудиаматха, а кто нет, есть признаки этого. Я постепенно расскажу о них. И вот Брахма говорит Нараде: «О, Нарада, будь осторожен. И с такой решимостью ты должен говорить эту татву другим, чтобы люди они развили бхакти. Чтобы бхакти родилась в их сердце. И таким образом ты должен представить эту татва-гьяну с полным идеальным характером, идеальным образом. Ты должен представить ее, чтобы они почувствовали вдохновение и влечение к тому, чтобы принять твой пример твоей жизни, и чтобы они начали бхакти. И таким образом ты должен говорить. И таким образом Брахма говорит Нараде: «О, Нарада, будь осторожен». И с такой решимостью ты должен проповедовать. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что большое количество собственности, оно бесполезно. Нам не нужно очень много богатства и прочей собственности, поскольку если мы будем собирать эти материальные вещи, то мы станем слепы, и мы не сможем видеть значение и славу Гуру Вайшнавов, и тогда мы, возможно, будем оскорблять их. И это очень и очень опасно. И в этом случае такой менталитет, он может осквернить наше сердце и стать причиной нашего падения. Кто такой проповедник, а кто такой непроповедник, каковы их признаки, мы должны понять это сначала. И после этого вы сможете почувствовать, поскольку что такое проповедь. Все туда и сюда ездят для проповеди, и во всем мире этот ветер проповеди происходит, но результат каков всего этого? Поскольку причина и следствие, они связаны друг с другом. Если мы видим причину и последствия, то можно понять, что стало от чего причина. Иначе мы не можем поверить, что действительно эффективная проповедь происходит. И вот можно вспомнить в Шри Чайтанья Чаритамрите, говорится, что Кришна Бхакти Бина Нахи Праватон, что без Кришна Бхакти нельзя, невозможно вдохнуть бхакти в других обусловленных душ. Вы должны запомнить это, что Кришна Бхакти Бина Нахи Бхакти Праватон. Если у нас нет чистой преданности внутри нас, то тогда мы не сможем сделать так, чтобы оно у кого-то появилось. Явление бхакти в чем-то сердце — это есть проповедь. А если мы просто ездим туда-сюда, что-то говорим, но
Какие-то люди, конечно, могут слушать, но бхакти в их сердцах оно не появится. Конечно, они могут услышать о имени Кришны, от имени Махапрабху, но если они не обретают бхакти, то эта проповедь несовершенна. Поэтому я говорил про этот стих из Ваюпураны много раз, вот этот стих. Кто эффективный ачарья? Кто нет, как понять? В этой шлоке ясно говорится, что тот, кто соблюдает все правила и предписания, чей характер идеален. И вот благодаря этому он может явить бхакти в сердцах других. Тот, у кого уже есть бхакти, он может явить бхакти в сердцах других, только тот, кто сам все практикует. И поэтому он зовется ачарьей. И также можно вспомнить из Шри Чайтанья Чайтамриты. Харидас Такур и Намачарья Харидас Такур и Шрила Санатан Госвами Пад. И вот Санатан Госвами Пад и Харидас Такур они говорили: вы очень и очень удачливы, что Махапрабху дал вам такое важное служение. Вы вы доказываете различные праманы, доказательства из шастр, составляете книги и прочее, и восстанавливаете те потерянные святые места и прочие важные виды служения даны вам. Вы очень и очень удачливы. И вот Харидас Такур говорил так. А Санатан Госвами со смирением сказал: «О, Такур, вы говорите так, но на самом деле вы главный среди всех спутников Шримана Махапрабху. Вы главный, поскольку вы Намачарья, имя оно превыше всего». Имя оно превыше всего. И вот имя оно превыше всего, и в этом имени можно обрести все в форме семени, все лилы, все дхамы, парикар, вашишта и все остальное, связанное с Господом, можно найти в этом харинаме, в таком форме семени. И в какой-то день, если вы сможете повторять настоящее чистое святое имя, то это чистое святое имя, оно поможет вам вспомнить, не просто вспомнить, а увидеть ясно, четко увидеть все лилы Господа. И вот нам Он может дать все, Он очень могуществен. И вот суть в том, что Харидас Такур, он смиренно так сказал перед Санатана Госвами, но Санатана Госвами очень научно сказал, что ты Намачарья, ты лучший из спутников Шриман Махапрабху. И вот Санатана Госвами, он приводит такой аргумент, что, видимо, в этом материальном мире мы можем видеть, что какие-то те, кто практикует их ачарон на совершение, но не все проповедуют те, чье поведение идеально, а те, кто проповедует, тоже можно наблюдать, что их характер не идеален. А какой же признак, главнейший признак ачарьи? Шрила Прабхупад говорит, утвердиться на
Ачаруни и вот этом поведении, характере, сочетании Махапрабху полностью в его всех принципах в жизни и в его учении, если мы можем утвердиться в этом, то тогда и только тогда вы, можно сказать, что вы настоящий проповедник, иначе вы ложны, если не можете утвердиться во всех его принципах. И вот в этой шлоке говорится, что кто-то идеально практикуется, но сам не проповедует, а кто-то наоборот проповедует, но ничего не делает должным образом, и проблема в этом. И можно подумать, что Харидас Такур, он внешне не проповедует, но можно сказать, что, конечно, мы можем сказать об этом, что Санатан Госвами тоже ничего не делает, не проповедует, и Рупа Госвами тоже не проповедует, и Джива Госвами не проповедует, но и Рагунатх Дас Госвами тоже, но, конечно, мы можем сказать так, что они не проповедуют, но первое, я уже сказал этой шлокой, кто такой настоящий проповедник, а кто нет. Шрила Прабхупад говорит, что вот традиция в Ачаруне Адарш и Шикша Шримана Махапрабху — это главный признак проповедника. Если с холодной головой подумать, если мы будем находиться на нейтральном уровне и подумаем, что Санатан Госвами, он великий проповедник, Харидас Такур тоже великий проповедник, Рупа Госвами тоже, и кто говорит, что они не проповедники? Иначе как это возможно, что весь мир не знает о имени Санатани и Рупа Госвами? И это значит, сегодня или завтра люди, они поймут наш Ачару, наш характер, поскольку мы уже утвердились в учении и принципах Шримана Махапрабху, и тогда автоматически проповедь будет происходить. Но для быстрой проповеди другая процедура есть. И вот для такой быстрой проповеди, но это слово «быстрая проповедь» не хорошее, поскольку быстрая проповедь, она такая несовершенная и какая-то сырая. И Шрила Прабхупад, он обычно говорил, что проповедь может совершаться двумя способами – негативным и позитивным. Негативная проповедь очень и очень быстро, но результаты не совсем хорошие. Вот, несмотря на то, что негативная проповедь очень быстро, но результаты не очень хороши. Например, как Джарасанда и Шишипал или Камса, они очень быстро проповедовали, поскольку из-за их действий автоматически имя Кришны распространялось вокруг. Смотрите, когда все эти демоны Снавадвипы, они собрались напасть на Шрилу Прабхупаду, закидав его камнями, кирпичами, то парикрама разбежалась, кого-то поранили этими камнями сверху летящими. И вот такая плохая ситуация была. Но когда все преданные попросили Шрилу Прабхупаду: «О, Прабхупад, дайте нам разрешение, мы пойдем в полицию, чтобы написать заявление против них». А Шрила Прабхупад спросил: «Зачем?» А преданные сказали: «А почему бы нет? Они напали на нас и пытались убить». А Шрила Прабхупад сказал, что у нас не так много денег, и благодарим, о нас узнает буквально весь мир. Они хотели напасть на нас, и это послание, оно по газетам распространится буквально по всему миру. А если бы мы сами пытались заплатить за такую рекламу, то они потребовали бы кучу денег, которых у нас нет. И поэтому это хорошо, что они так сделали. И вот, чтобы видеть все позитивно, видеть все в хорошем, выгодном ключе, это зовется Вайкунтха Даршан. Видеть все позитивно, это зовется Вайкунтха Даршан. Гуру и вайшнавы никогда не гневаются ни с кем. Единственное, они гневаются тогда, когда кто-то оскорбляет нашу Гурваргу,
и они становятся очень гневны и пытаются сделать все, чтобы должным образом ответить на такие оскорбления. И вот Шрила Прабхупад говорит об этом случае, что мы получим позитивный результат. И вот видеть все позитивным образом назовется Вайкунтха Даршана, но Камса, Шишипал и прочие демоны, они находили какую-то вражду с Кришной, всегда говорили какую-то ересь против Кришны, но это тоже такая проповедь, поскольку если бы Камса не напал на Кришну и Шишипал не напал на Кришну, то проповедь, она не была бы столь быстрой. И поэтому те люди демонического склада ума, они тоже так тем косвенным образом помогают в проповеди. И другой путь проповеди, то, как делает Харидас Такур Санатан Госвами, он пишет книги, Харидас Такур повторяет Харинам. И такая проповедь, она очень медленна, но надежна, хотя очень-очень надежна. И те, кто поймут их характер, их поведение, их то, как они утвердились в учении Шримана Махапрабху, и вот такие преданные, их проповедь, она очень медленна, как, например, эти в Раджа-гопи, они проповедуют, но очень прекрасно, позитивно, но медленно. Это особенность такого позитивного, позитивной проповеди. Но результаты очень надежны. А быстрая проповедь, она быстра, но эти результаты, они тоже такие ненадежны. But if you are not successful to install bhakti, actual bhakti, inside the heart of some people, смогли вложить бхакти в сердца каких-то людей, то нельзя сказать о нас, что мы эффективны ачарья, поскольку я уже говорил эту шлоку из Вайо Пураны, что тот успешный ачарья, тот, кто может вложить бхакти в сердце обусловленной души. Тот, кто может вдохновить других, следовать ему, этой обусловленной душе, они очень слабы и не могут совершать бхакти и начать бхакти до тех пор, пока они не увидят такой сияющий пример перед собой и такой сияющую личность, и тогда они увидят, вдохновятся и начнут совершать свой баджан под его примером, руководством. И вот дикша, вы знаете, что такое дикша. Если я буду заявлять, что я получил посвящение 25 лет назад, или 30, или еще когда-то, но первый вопрос, если вы татвавид, если у вас есть ваши духовные духовные глаза, вы увидите, каковы, вы увидите, каковы признаки. И вот если кто-то получил посвящение 25 лет назад, но у него нет признаков татвагьяны, как вот говорится в этой шлоке, что Дивагьяна Хрида Пракашита, если Дивагьяна не явилась в вашем сердце, то как можно заявлять, что вы получили посвящение, поскольку процедура посвящения, она долга. И вот Харидас Такур говорит, что каждый день я получаю посвящение с помощью Харинама. Это долгий путь с самого начала. И до конца, когда вы достигаете вечного мира, чтобы обрести вечное служение, то эта процедура посвящения дикши, она очень долга. Когда вы достигаете совершенства бхакти и достигаете вечного служения, то это есть полная дикша.
это дивья гьяна, значит, если у нас нет, например, какого-то здравого смысла, то как можно сказать, что у нас есть божественное знание? И вот сначала здравый смысл у нас должен быть, и потом божественное знание дивья гьяна, но впоследствии явится нам. И кто сказал, что я или кто-то по-настоящему получил посвящение? Мы должны думать об этом снова и снова, иначе наше поле бхакти очень подешевеет и качество опустится. И что говорить о преданности, о рагануга и рупануга бхакти, если мы не будем следовать всему должным образом, то это все буквально подешевеет. Sarupanibandhi Seva is most important, you will have to consider on this point. So why you are going here and there for preaching this, that, why you are doing wastage of time? Don't speak that way. They don't understand Guru Tattva even. Некоторые люди не понимают Гуру Таттвы, не утвердились в Гуру Таттве. Я уже много раз говорил, и Шрила Прабхупад говорил, что те, кто не утвердились полностью в Гуру Таттве, они не могут начать Хари Бхаджан. А если они не могут начать Хари Бхаджан, то как они могут обрести бхакти и как им продвигаться, чтобы обрести это Рагануга бхакти? И вот когда мы обнаружим нашу сварупу через харинам, то автоматически, когда мы обнаружим нашу сварупу по милости вашего садгуру Рупануга Гуру, то тогда вы почувствуете, что в этом случае вы можете обрести какое-то конкретное служение и в нем дальше совершенствоваться, но до этого вы должны совершать гуру-севу. Кто-то думает, что готовить, стирать и убирать — это есть гуру-сева, но на самом деле в этой шлоке более совершенно говорится о гуру-севе. And so, the all that you know, Chaitanya Mahaprabhu's desire, you know. Но наша гурвага, смотрите, они исполняют желание сердца Шримана Махапрабху, и это есть настоящая гуру сева. So actually, we see. И вот мы видим. Вот это Сарупана Банту Сева — это наилучшее, но мы должны ждать. Если мы будем пытаться перепрыгнуть через какие-то ступени, то это может стать причиной нашего падения или какого-то торможения в баджане. И вот вначале всего мы должны совершать харинам и гуру сева. И вот гуру сева и харинам мы должны совершать это параллельно друг с другом. Если это служение будет совершено, то тогда у нас возникнет желание повторять больше и больше харинама. Чем больше вы повторяете харинама, то большее желание служения Гуру Вайшнавам проявляется. И поэтому Сила Шридхар Госвами Махарадж сказал, что какие-то преданные пришли и сказали перед Махараджем: «О, Махарадж, все говорят, что наша гурвага, что мы должны лакхаринама повторять, но времени мало, не успеваем, что же делать? И так много служений нам дают, и что нам делать, служение или харинам повторять?» И Шрила Бхакти Ракак Шридхар Дев Госвами Махарадж, он сказал: «Сева и харинам, эти два фактора, они взаимокомпенсирующие. Чем больше вы совершаете севы, тем больше вы
воспеваете Харинама. Чем больше воспеваете Харинама, тем больше желания совершения служения возникает в вас. И это все компенсирует друг друга. И вот смотрите на его умонастроение Шрилы Шридхара Махараджа. И вот Прабхунанда Сарасвати под смирением говорит, что хотя они не ходят здесь и там для проповеди, но все же они великие проповедники. И вот на политическом поприще тоже есть свои техники, как проповедовать широко. Но эта пропаганда, она не применима к нам. А что такое настоящая проповедь? Это проповедь того, чтобы человек, люди могли узнать об учении Шри Чайтаньи Махапрабху, о нашей Гуру Парампаре. Почему Шрила Прабхупада дал нам мантры Гуру Парампары? В нашей наставнической преемственности мы видим, что вся наша Гурварга в каком состоянии они бы не пребывали, все равно утром они поют этот киртан Кришна Худа Чутрамуха. А почему? Чтобы дать нам урок. Если у нас нет никакого представления о Гуру Парампаре, то это будет причиной нашего падения, и мы не сможем обрести силу. И также вот Махарадж говорит, почему какие-то цивилизации были разрушены. Главная причина этому то, что они не смогли поверить и выразить должного почтения своим предкам. И когда мы сомневаемся в нашей Гурварге и в их славе, то будьте уверены, на 100% я прикасаюсь к Туласи и говорю, это будет причиной падения, и никто не сможет стать успешным. Я 3 раза повторяю, что это невозможно, будьте уверены. И вот в этом киртане, посвященному Гуру Парампаре, мы должны петь его каждый день. И Гурдев говорил, если мы поем этот киртан, то мы обретем силу, которая течет из Гуру Парампары к нам. А если мы игнорируем, то мы лишаемся такой возможности совершать баджан. Это очень опасно. И вот я еще скажу. Много раз говорил я до того, что те, кто настоящие гурварга, настоящие гауди, они никогда не гордятся никакими особыми качествами, если вообще они у них есть, если у них есть какие-то особые качества, но они все равно не гордятся этим. Они всегда говорят, что все исходит из Гурварги, а кто мы? Все исходит из Гурварги, вся сила исходит из них, и у нас нет никакой силы. Это настоящее умонастроение Гауди. Если я буду игнорировать Гурваргу, оскорблять ее, то мы не сможем стать успешными и вести других должным образом. И это большая опасность на нашем духовном поприще. И вот кто вайшнав, а кто нет, у нас нет права говорить об этом. И вот кто такой вайшнав, а кто нет, я не могу дать право этого суждения в руки какого-то сумасшедшего человека, который думает только о своей пратиште. И вот если кто-то говорит, что он только вайшнав, а все остальные нет, то это доказательство как раз противоположного.
мы должны, у нас есть право говорить о Сиддханте таким образом, чтобы другие люди поняли абсолютную истину. Мы не хотим никакого лицемерия, чтобы было на нашем пути. И мы должны показать, что это наша Гуру Варгани проповедует таким образом. Мы должны следовать им, уважать их и все остальное. А если кто-то оскорбляет нашу Гуру Варгу, то проповедь в этом случае невозможна. И вот это главное. Я могу пример привести из жизни Бхактививека Бхарати Махараджа. Он лучший из проповедников. Может, я... Кто-то говорит, что он не проповедовал, его проповедь была неуспешна, но если наша миссия, Гаудия миссия, Гаудия Матх, он неуспешен, и это значит, что Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакура, Шичитани Махапрабху, они тоже неуспешны, поскольку это единое целое. То есть, если логически последовать этим словам, то получается такое, что все неуспешны. И это же доказывает, что тот, кто говорит так, он сам неуспешен в своей проповеди. И главное, мы должны понять, чтобы никакой опасности не возникло. И вот Бхактививек Бхарати Махарадж, я расскажу, как он посвятил свою жизнь ради проповеди. И вот если мы поймем, то мы сможем обрести какое-то бхакти. И вот Бхактививек Бхарати Махарадж, он очень известен. Шрила Прабхупад, он очень любил его, он был один из главных проповедников. Сиддхартха Госвами Махарадж, он говорил, что он главный проповедник в Гаудия Матхе. И Бхактививека Бхарати Махарадж, он был очень экспертен в этом. И вот когда Бхарати Махарадж присоединился к Гаудия Матху, он старше был Шрилы Прабхупады по возрасту, но Шрила Прабхупад, он выражал ему почтение и любил его. И когда Шрила Прабхупад начал свою миссию, один за одним приходили люди и помогали ему в его проповеди. И вот этот Бхактививек Бхарати Махарадж, он происходил из восточного Бенгала. Большинство из нашей гурваги, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Шри Шрила Бхакти Кусум Шраман Госвами Махарадж, Бондарав Госвами Махарадж и большинство других, кто нет. Большинство из них, они родились на территории восточного Бенгала. И в то время это была одна Индия, потом Бангладеш сделали из этого восточного Бенгала. И вот там в то время была такая большая эффективная проповедь. И почему, как можно это понять, что эта проповедь по-настоящему эффективна? Поскольку в то время все они обрели бхакти. И после этого, если кто-то совершил какую-то апарадху, это уже другое. Поскольку если кто-то, его в читании Бхагаватам говорится, Шурапуни само, если Шанкар Бхагаван, он оскорбляет какого-то гуру или вайшнава, то говорится, что даже он пойдет, нет никакого прощения. Это очень такой чувствительный вопрос. И автоматически. Наива арахати авидатмунгайтама кинчанам гучарам.
О Господь, только те, кто не шкинчены, они могут обрести то вечное служение Вам, а другие люди нет. Джанма, Ашварья, Ашрута, Сри. Джанма – это, если кто-то гордится своим рождением в какой-то знаменитой, известной семье, кто-то гордится своим образованием, кто-то богатством, кто-то красотой. This is actually going to give you some extra power to increase your vanity. Вот если кто-то гордится этими вещами, он становится очень горд и. So if you are going to put some inflammable object in fire, what might you burn? So jamme sojo sudo sivire do ire do mano mada ire do mano increase. This vanity can back you, then as you are going to lose bhakti, you can fall down. Big problem. So, they cannot know the Supreme Lord, actually. So, those who are niskinchan, akinchan, they вот can те, only, кто нишкинчены и окинчены, только они могут понять и обрести вечное служение. И если вот Шанкар Бхагаван, даже если он оскорбит Гуру Вайшнавов, то у него не будет спасения, он вынужден будет получить наказание за это. И вот Шри Чайтанья Бхагавате мы получаем такие, видим такие слова. И вот Бхакти Век Бхарат, Бхарати Махараджи Парват Махарадж, он родился на Гандруме, где Сурабхи Кунджа находится. Это большое место достаточно. Вот там в то время большой сад был. Сурабхи Кунджа называлась. То есть раньше Сванада Сукхада Кунджа, она тоже была этой частью. И вот там за стеной этой Сурабхи Кунджа место рождения Парват Махараджа. У него была возможность слушать Бхагавад-гиту, Джавадарму от самого Бхактивинода Такура. Это давно было. И вот он смог, у него была возможность слушать Джавадарму, объяснение Бхагавад-гиты и прочее от Шрилы Бхактивинода Такура, когда он там был в этой Свананда Сукхада Кунджа. И вот после того, как он вышел на пенсию в 98 году, 1898, он построил такой баджан-кутир и начал там свой баджан, принял эту Парамхамса Вешу, и Шрила Бхактивинода Такур, он главный проповедник. Бхактивинода Такур, он главный проповедник, если бы его не было, кто мог бы проповедовать? Если Бхактивинода Такура бы не было, если бы он не дал нам Джавадарму и все остальное, кто мог понять бы эту высокую философию? И вот Шрила Бхактивинода Такур, он был главный. Кто мог объяснить Гаудия Дарша на различных языках? И вот также Шрила Бхактивинода Такур говорил, для обусловленных душ Нитянанда Махапрабху открыл рынок святых имен на Махату, и там чистый харинам он продается, но мы можем, должны купить этот чистый харинам из чистого источника, у чистой Гурварги. И вот под руководством Нитянанды Махапрабху вся Гурварга, она продает этот харинам. Какова же его цена? Цена – это вера твердая, непоколебимая вера Шрадха.
И что там запрещено, Шрила Прабхупад говорит, что мы не можем какой-то мусор приносить на этот рынок святого имени. И если мы будем так делать, то никакой чистоты нашей души мы не можем ожидать. Первое, мы должны поддерживать чистоту намахаты. Но если мы... Если так делать, то какие-то люди будут очень гневаться. Если мы будем пытаться очистить этот рынок святого имени под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода, то многие будут недовольны этим. И Шрила Прабхупада сказал, что Шрила Бхактивинода Такура говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени. И вот он с этим ходит с веником и подметает этот рынок и убирает всякий мусор, который там появляется. И Шрила Прабхупад говорил, что мы все наши, вся наша гурвага, они должны стать частичками этого веника, чтобы помогать Бхактивинода Такуру в очищении рынка святых имен. If we are not going to grow our consciousness properly, what teachings there were with Bhakti Kumar Purvishya, what teaching was there with Srila Goswami Maharaj, what teaching was there with... I go mad. How powerful they are. Kesava Goswami Maharaj. Вот такие вайшнавы, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, они были очень могущественны. Может, они сами не ездят на западные страны, но все равно их учение попадает туда. И такие великие вайшнавы, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж и другие, мы должны иметь веру в них. И вот Махарадж несколько примеров приведет, какова процедура проповеди, какие великие усилия они принимали, как они пытались проповедовать в то время. И вот Шрила Бхакти Махарадж, он пришел в Гаудия миссию, присоединился к миссии Шрилы Прабхупады, Чайтанья Махапрабху. Он начал совершать служение под руководством Шрилы Прабхупады, хотя он был физически имеется в виду, он был старше его, немножко старше, но и Шрила Прабхупад, он отправлял его в различные места. И главная техника Шрилы Прабхупады была такова. Он никогда никому не позволял находиться без какого-либо служения. Просто быть без и всегда, все время Шрила Прабхупад давал какое-то служение. Это техника садгуру. Если садгуру не может занять обусловленную душу во служении, то тогда эта обусловленная душа, она не может быть постоянная, стабильная. Если это будет такая какая-то незанятость, то майя может попасть в это время. И вот техника садгуру занять своих последователей, учеников в гуру-севе. И через эту гуру-севу они обретают большое могущество. И кто такой Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, если бы мы знали, насколько он велик. И вот Шрила Прабхупад отправлял Бхактивек Бхарати Махараджа в различные места для проповеди. И однажды Шрила Прабхупад, он вошел в библиотеку и спросил Бхарати Махарадж. Шрила Бхарати Махарадж уже уехал. И какой-то преданный сказал, да, он уже уехал. Он спросил, а с какой книгой он ушел, и смотрю, читание Чайтамрита, и все остальные здесь. Он сказал со Шримад Бхагаватам, он уехал, а Шрила Прабхупад ответил,
наша проповедь, для того, чтобы прославить Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы обусловленные души, они привлеклись к этой аватаре милости Шри Чайтанья Махапрабху, и что он ушел, уехал с Бхагаватам, а Чайтанья Чайтамриту не взял. Но так или иначе, Шрила Прабхупад хотел дать нам такой пример, чтобы мы больше уделяли внимание учению Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, и тогда автоматически мы узнаем о Кришне, о Радхаране. И вот в следующие дни я расскажу о значении, о величии Радхарани и Кришны, как Махапрабху хотел освободить эти обусловленные души и прочее. И вот Бхактивека Бхарати Махарадж, он проповедовал под руководством Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада отправлял Бхактивека Бхарати Махараджа в Даку, в этот восточный Бенгал. И вот Шрила Прабхупада отправил его с какими-то преданными, чтобы они совершали Харикатху и Харикиртан там. И там Бхактивека Бхарати Махарадж, его он был очень прекрасен, он был подобен Прахлад Махараджа. Прахлад Махарадж был Шьямаваран. Он был не белого цвета, не черного, а среднего какого-то. И вот и Бхактивек Бхарати Махарадж, он тоже был таким, если он просто сидел в одном месте, ничего не говорил, то проповедь, она автоматически совершалась. Смотрите, даже если он ничего не говорил, просто сидел в одном месте, уже это было проповедью само по себе. Это неправильная сиддханта. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом. Если мы приходим встретиться с каким-то могущественным вайшнавом, и если он с нами не будет говорить даже, мы просто будем сидеть рядом с ним, это уже принесет вам великое благо. Может, у него нет времени с вами говорить, но благо, большое благо вы все равно обретете, поскольку из его тела какая-то энергия исходит, и она войдет в вас и изменит ваш ум и все остальное. И таким образом Бхактивек Бхарати Махарадж, он даже если ни слова не говорил, а просто сидел в одном месте, это все равно уже было проповедью. И таким образом Бхактивек Бхарати Махарадж, он был послан в Даку. И там в Даке сейчас, конечно, больше удобств всяких, но в то время ничего не было, никаких микрофонов, усилителей и прочего. И вот Бхактивек Бхарати Махарадж, он сидел на каком-то поле, и там и вот, в общем, сидел в каком-то месте таком по общественном, имеется в виду какое-то там поле просто. И вот там Бхарати Махарадж находился и говорил о читании Бхагавати. Никаких микрофонов, усилителей не было. И люди услышали и увидели, и вдохновились его речью, пришли слушать. И таким образом Бхарати Махарадж проповедовал без какой-либо помощи, только с помощью своего бхаджана и милости Шрилы Прабхупады. И так он проповедовал очень широким образом. И вот его проповедь, мы знаем, что язык его недостаточно для проповеди. Язык — это не все. Много раз Шрила Прабхупада, он такую сиддханту говорил нам. Вы можете вспомнить, однажды Шрила Прабхупада отправился в Южную Индию, и в то время Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж и наша Гурварга, они на Бенгале говорили, 2 часа на Бенгале говорили, и в то время они говорили Харикатху. И к Шриле Прабхупаде подошли ученики и сказали, что вы на Бенгале говорите, а эти люди не понимают Бенгале.
Шрила Прабхупада, он сказал, я на бенгали не говорю, и на хинди не говорю, и на санскрите тоже, и на английском я говорю харикатху. Прабхупада Падма, он говорил, харикатхан может, если вы не понимаете языка даже, то все равно харикатхана может изменить ваше сердце, и поэтому народ Тхакур, когда он был в Манипуре, он пел киртаны, а там люди бенгали не понимают, но все равно народ Тхакур пел на бенгали, но люди, которые слышали, не плакали. И таким образом проповедь происходила. И вот это восточная область Индии, это область проповеди Нарутам Такура, Миднапур и Ориса, это тоже Шьямананда Прабху проповедовал здесь. Банкура, Бирбум и прочие области Шринивасачари там проповедовал. И вот так они проповедовали. Одно из имен Радхарани – Гаурия. И Городеш, есть пять Городеш, и один из них – этот. И Гуранга Махапрабху, также те, кто следует Гуранге Махапрабху, они Гаудии. И различные значения из этих слов можно получить, но главное – Радхарани, одно из ее имен – Гаурия. И поэтому такое значение можно получить. И вот народом такой он пел киртаны, говорил харикатху на бенгали, но эти люди хотя не понимали языка, но их сердца, изменялись, не только люди, а даже птицы, животные и деревья. И вот эти спутники Махапрабху были очень могущественны. И такая проповедь, она зовется позитивной проповедью. Если вы будете изучать историю жизни Шьямананды Прабху, то вы удивитесь. Шьямананда Прабху однажды сказал своего ученика, чтобы он дал посвящение кому-то. И как они такое могущество обрели? Это могущество, оно течет через нашу гуру Парампару. И поэтому Баладев Видибушин в различных книгах и прочих писаниях говорит, что гуру Парампара, она должна быть совершенно, если есть какое-то лицемерие, какое-то неискренность, то эта сила перестанет течь. И поэтому Шрила Прабхупада хотел доказать, что гуру Парампара — это мантра Парампара и Бхагават Парампара. Иначе гуру Парампару невозможно найти. Так или иначе, она разрушается по процессе. И вот Баладев Видибушин так много книг написал. И вот они пишут, что гуру Парампара должна быть совершенно без всяких дефектов, чтобы мы смогли обрести силу через нее. Язык, конечно, важен, но язык не настолько важен. Бхава, чувство, оно важно, не понимая. Все равно мы можем получить бхаву, это чувство от гурварги. Язык, конечно, важен, но не до такой степени. И таким образом народ там такого проповедовал. И здесь, в Даке, Бхакти Век Бхарати Махарадж начал говорить. И были какие-то завистливые люди. Они пытались какие-то проблемы причинить, запрещали Гауди Миссии проповедовать там и говорили, что те, кто будут помогать Гауди Миссии, так или иначе мы обнаружим и выгоним из общества, поэтому не помогайте никак этой Гауди Миссии, все ваши связи обрубите и
и не помогайте. И в то время и вот они написали письмо Шрили Прабхупаде, что вот тут все против Гауди Миссии, хотят остановить нас, всю нашу проповедь, и они дали наставление всем этим местным жителям, чтобы даже горсти риса не давали Гауди Миссии, иначе мы вас выгоним из общества. И что делать? И это сообщение дошло до Шрилы Прабхупады, и Шрила Прабхупада сказал, кто может, если вам не будет давать никакого риса и прочей еды, никаких денег, но кто может остановить вас от того, чтобы вы пили воду из Бури Ганги? Вы можете пить воду из Ганги и проповедовать о славе Нитянанды и Гауранги. Посмотрим, есть ли Нитянанда и Гауранга. Шрила Прабхупада хотел сказать, что мы умрем или будем жить, не столь важно. Мы должны посвятить нашу жизнь Гауди Миссии не ради какой-то обусловленной души. А ради Гауди Миссии, поэтому Шрила Прабхупад говорил, что я показываю мое самопредание лотосным стопам такого гуру, который может даровать мне стопроцентное благо. Тот, кто может даровать мне стопроцентное благо, только такому гуру я могу предаться, не никому еще. Шрила Прабхупада говорил об этом, и таким образом они начали пить воду, поститься, вот пить воду из этой бури Ганги, и за буквально один или два дня вся ситуация поменялась. Обычно все люди решили, что помогать Гауди Миссии, тысячи людей пришли, чтобы присоединиться к Харикатхе, и принесли какие-то подношения с собой, и какие-то опасные люди, не очень завистливы были, и позвали одного известного Бхагавата, говорителя Бхагавата, я не буду говорить его имени, поскольку я Сиддханте говорю, не хочу никого оскорблять. И вот в то время один очень знаменитый этот лектор по Бхагавата, знаменитый пандит из Шантипура, был позван, его большую зарплату предложили за его деятельность. И вот этот пандит приехал в Даку, чтобы как-то соревноваться с Гауди Миссией. Какие-то люди позвали его, и вот он приехал. Он начал говорить свою харикатху. И вот он объяснял свой Бхагаватам. Люди пошли слушать, оставили Бхакти Вивека Бхарасия Махараджа и пошли слушать его лекции. И через один или два дня они посмотрели друг на друга и говорит, конечно, красиво, но что-то тут лицемерием пахнет, и ничем такого. А вот тут саду, когда мы его слушаем, мы чувствуем какую-то энергию в нас, и поэтому пойдемте назад. И вот народ опять вернулся к Бхактивеку, к Бхарати Махараджа, слушать его, слушать от него о славе Шри Чайтаньи Махапрабху. И таким образом Гауди Миссия, она достигла успеха. И вот Бхактивека Бхарати Махараджа, внешне можно видеть, что я слышал от Шилы Бхакти Шаран Тривикра Махараджа. Он был с Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджем и Бхакти Прамодом Пури Госвами Махараджем. Он ученик Шрилы Прабхупады. И вот он был в Шри Чайтанья Гауди Матхи с Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджем жил, и он любил меня очень сильно, благословлял меня и говорил,
devotee can stay as a seva of Bhakti Vivek Bhavana. If you are so strict, nobody can stay. И вот с этим Бхактивек Бхарати Махараджем не мог жить никакой севак. И если он не... Если он... То есть он из своих севаков, если они что-то не так делали, бил палкой. И Бхактивек Бхарати Махарадж говорил... И вот Махан Прабху был... А вот, и вот этот Махан Прабху, он говорил, что он был искренним севаком, хотел делать все, как он хотел, и все время, если не было, заканчивать не было электричества, например, и в то время этот Тривика Махараджа, Маханараджа звали, он омахивал Махараджа всю ночь этим апахалом. И вот потом, после ухода Шрилы Прабхупады, он открыл Гаудия Сарасвати Асан, ашрам свой, и потом на Хазре в Калькутте. И во Вриндаване Матха Джачак Махараджа, они сейчас служение принимают, этот Матха принимает, чтобы служить там. А в то время Бхактивек Бхарати Махараджа он открыл только в Пури и вот в Калькутте Матхе. И одна важная вещь, Сидда Сваруп Прабху, Бхакти Шируп, Сидданти Махарадж, он был очень могущественный, он никого не боялся. И он говорил и не боялся никого. И после того, как Шрила Прабхупад ушел, и Сидданти Махарадж говорил, он мой Шикша Гуру. Поскольку он привел его из его дома. И вот какая-то проблема была, потом возникла в процессе, во время, если стоит вопрос о чистой преданности, какие-то проблемы всегда возникают почему-то. И это из-за влияния майи, это так случается, чтобы мы смогли потерять веру. Ну или возможность такая была. И вот Шрила Прабхупада говорил, что вот он мой, он подобен Ганешу, он мой главный слуга, он прекрасный писатель и редактор. Шрила Прабхупада никогда не говорил о Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. И он однажды сказал, что он подобен, его энергия подобна энергии вулкана. Если Гуру Вайшнавы что-то говорят о нашей славе, то будьте уверены, что они могут обмануть нас. Какие-то люди говорят, а кто-то говорит о его славе. Если Гуру Вайшнава говорит нам, что мы совершаем хороший баджан, говорим прекрасную харикатху, то мы должны понимать это так, что мы должны должным образом совершать баджан и говорить харикатху. Не так, что мы уже достигли совершенства в этом, иначе ложное эго может задеть наше сердце и стать причиной нашего падения. В жизни настоящего проповедника вы никогда не увидите этого. С самого начала от Шрилы Прабхупады Сарасвати Пада до Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, это настроение запрещено, и поскольку оно несет в себе большую опасность.
И вот если Гуру Варга говорит что-то о нашей славе, то в этом случае мы должны понимать, что они говорят, мы должны думать, что Гуру Махарадж говорит нам, что мы должны быть, стараться быть хорошим преданным, совершать баджан совершенным образом, как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, когда он сделал Шрила Бхакти Валабху Тирта Госвами Махараджа Ачарьи, когда он узнал, он сказал, что он падшая душа и не хочет быть Ачарьи, он отправился во Вриндаван и так или иначе какой-то преданный его поймал, привез назад в Калькутту. И на первой харикатхе, после того, как он принял пост Ачарьи, он сказал: «Гурудев сделал меня главным слугой Шри Чайтанья Мадхи, Шри Чайтанья Гауди Мадхи. Он сказал, что я не Ачарья, Ачарья значит главный слуга Шри Чайтанья Гауди Мадхи. Если кто-то не моет посуду, например, то вот я должен это делать». И это его, он так и делал, это его умонастроение. И вот Бхакти Махарадж, он был великим проповедником, и под руководством Бхакти Махараджа в итоге Бхакти Сируп Синданти Махарадж, он совершал проповедь, и потом Бхакти Махарадж оставил тело, и Гауди Сарасват Асана была отдана этому Сидданти Махараджа. Сидданти Махарадж начал совершать служение Шри Прабхупаде и Бхактивека Бхарати Махараджа. И он начал И вот он составил Упанишад, Веданту, это последнее желание Шрилы Прабхупады было Шрилы Прабхупады, он не успел это сделать. В жизни Шрилы Прабхупады было очень много служений, но он день и ночь, у него не было времени спать даже. И таким образом Шрила Прабхупад был занят в различных видах служения, и он хотел сделать такое служение, чтобы написать объяснение Упанишадам и всем остальным. Это Бхакти Сваруп Сидданти Махарадж это сделал. И вот он собрал всех преданных пандитов, выслушал их точки зрения, записал это, и книги написали эту книгу о Веданте, и Упанишады, комментарии написали вот к этим, к Веданте и к Упанишадам. Всего 108 Упанишад есть. Но среди них главных где-то 11 или 12, самые важные. И вот он написал, описал значение их всех, чтобы обычные люди могли понять их. И вот они совершили такую массивную проповедь. И вот до этого уровня проповедь, она происходила, но мы должны думать, какая проповедь совершенна, какая несовершенна, поскольку если мы будем изучать то, что написал Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати и Бхактивинода Тхакур, то тогда мы сможем просто понять, что ложное, а что истинное. И таким образом можно вспомнить в Шри Чайтанья Чайтамрити мы находим, как Шри Чайтанья Махапрабху, он очень гневался, если кто-то не выражал должного почтения нашей предыдущей Гуру Варге. Однажды Валапрачарья, который встретил Махапрабху в Валах Абаде в Райграме,
он пришел, чтобы встретиться с Шриманом Махапрабху, но сказал, что Шридас Госвами Пад написал комментарий к Шримад Бхагаватам, я не могу принять его, он очень, не, он это, и Махапрабху, когда услышал это, он разгневался. Те, кто не подобно тому, если жена не следует слушать своего мужа, она подобна проститутке, и поэтому как ты сможешь не принять комментарии Шридас Госвами Пада и уходя отсюда? И он думал, что же сделал? Он сделал, как искупить это оскорбление. В итоге Махапрабху благословил его и сказал, что не выражай такого ложного эго. Иначе ты не сможешь стать настоящим проповедником. И таким образом Шридас Госвами Пад написал комментарии, и Махапрабху дал такой совет, мы должны следовать комментариям Шридас Госвами Пада, и можем... Но прежде чем как-то дополнить это, мы должны принять помощь и милость нашей предыдущей Гурваги Шричитани Чайтамрити, мы можем найти все сокровище Гаудия Бхаджана. Но все же Кришнадас Кавирадж Госвами Кустури Манджари очень смиренно все время говорит в Шричитани Чайтамрити, много раз говорит, что Вьяса Читания Лилы – это Вриндавана Стакура, и все, что я говорю, пишу под его руководством, и если какое-то оскорбление, то я прошу прощения Вриндавана Дас Мукхе Бхакта Гурачандра. Вриндавана Стакура, он пишет, что Гуранга Махапрабху, он пишет это, а не я. Вриндавана Стакура, он пишет, но под пожеланию Шичитани Махапрабху он это делает. И таким образом Махапрабху, он не мог терпеть вот Сиданта Вирода и Расабаса. Но сейчас, к сожалению, этим все осквернено несовершенством Сиданта и Расабасы. Ну вот мы должны совершить баджан, и тогда мы сможем осознать, что есть что, и что же делать. И таким образом, те настоящие проповедники, это их обязанность вложить настоящее бхакти в сердца своих последователей. И относительно Шикшагуру я тоже хочу сказать, какие качества Шикшагуру, как можно принять настоящего Шикшагуру. Если мы примем ложного Шикшагуру, я сидя на Вьясасане говорю, вы умрете. Вы можете, конечно, запомнить какую-то сухую философию, но улучшения на пути вашего баджана не будет. И вот какова же главная сиданта, как понять, как выбрать должного настоящего Шикшагуру. Если вы примете Шикшагуру, перед этим вы должны понять то, что этот Шикшагуру, у него есть достаточно уважения к моему Дикшагуру или нет. Никто об этом не говорит во всем мире. Сейчас будьте осторожны, внимательны. Я пытаюсь сделать лучшее, что я могу для вас. И поэтому я говорю, первое, что мы должны сделать, что этот Шикшагуру, у него есть должное уважение к нашей Гуруваге или нет. Если у него нет должного уважения, мы должны отказаться и не принимать его в расчет. Это первое, поскольку настоящий Шикшагуру не отличен от Дикшагуру. Но опять же, настоящий Шрила Прабхупад говорит, Дикшагуру дает вам семя, а
Абхидая Гуру из Самбанта Гьяначарья, Дикша Гуру из Самбанта Гьяначарья, он сможет сделать нашу самбанту, нашу связь с Гуру Варгой, с Бхагаваном, с Намой, с Дамой. Самбанта Гьян очень обширная, обширная область, и вот Шрила Прабхупад говорит, Самбанта Гьяна Дата Гурудев и Абхидея Гьян Дата, тот, кто насыщает наш баджан, они не отличны друг от друга, но все же, если мы находимся на нейтральном уровне, мы должны больше выражения выражать нашему дикшагуру. Хотя, конечно, они не отличны, но все же у дикшагуру особенность некая. Он даровал нам самбанта-гьяну. Без самбанта-гьяна мы не можем начать баджан. И вот этот самбанта-гьян-дата Гурудев, и есть много гуру-варги, если мы должны поклониться, значит, даже не Шри Прабхупаде, а нашему Гурудеву в начале всего. И после этого нужно поклониться всей остальной гуру-варге. И вот должным образом мы должны понять это и следовать всему. Иначе проблемы могут возникнуть, и никто не сможет обрести настоящее бхакти, а будет какой-то театр вместо бхакти. И вот мы должны следовать Шри Прабхупаде, Бхактивинода Тхакура, Шри Чайтанья Шикшамрити, Джайвадхарме, чтобы понять учение Шри Чайтанья Махапрабху. И так или иначе, на сегодня все. Вот моя обязанность — это утвердить должность сиданту, а не критиковать кого-то. И вот когда мы утвердимся в чистом харинаме, когда мы совершаем чистый харинам, то день за днем я сказал признак чистого харинама таков, что намабас, он может уничтожить наши материальные связи всякие. Всякие мукти даровать, даже мукти можем обрести с помощью намабаса от материальных влияний всяких, но чистый харинам он дарует нам прему. И вот когда мы обретем возможность воспевать чистое святое имя, то тогда по милости Бхактивинода Тхакура и тогда мы везде можем увидеть проявление Харинама Прабху. Если мы уже поднялись на этот уровень, то мы поймем. И вот состояние чистого святого имени, оно может даровать нам прему. И вот в этой шлоке описывается, и мы должны следовать шаг за шагом, не пытаться перепрыгнуть через какие-то ступени. Мы должны следовать учению нашей гурварги. Может, какая-то небольшая разница есть, но вот в этом киртане говорится, что если вы видите, что какая-то гурварга говорит что-то немножко отличающееся, как в этом найти гармонию с учением нашего Гурудева? Как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж говорит одно, какой-то другой ученик Шрилы Прабхупады немножко по-другому говорит, а Шрила Бхакти Рахак Шридхар Госвами Махарадж по-третьему говорит, Шрила Кешава Госвами Махарадж немного по-другому. И вот если у вас есть должное уважение ко всем им, то автоматически, естественно, если они все следуют Шрилы Прабхупаде, это все идет в гармонию при детальном рассмотрении.
И вот если мы утвердились в Гуру-татве, то мы увидим то, что говорил Сиддхартха Госвами Махарадж, и Кешава Госвами Махарадж, и Бонтов Госвами Махарадж, оно все практически едино. И в этом случае многие преданные спрашивают меня, кому же следовать и как следовать. Мой вопрос, Гурудев говорит так, а и ваш Гурудев иначе, и как следовать, и кому следовать. И это Сиддханту мы должны понять. В этом случае, если мы находим какое-то небольшое различие, но опять же, не может быть никогда, что говорит полностью наоборот. Какой-то Сиддханту, который находится в полной противоположности, такого не может быть. Если, конечно, немножко отличается, то это может, но не полностью, ни в коем случае. Вот Шрила Пури Госвами Махарадж говорит, этот вопрос был задан Гопананда Бон Махараджем лет 40 назад в Пурушоттам Даме. В то время Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж был там также, и Бонтов Госвами Махарадж был. И они спросили, если мой Гурудев говорит так, а какого Сиддханта? И мой Гурудев ответил, он говорит, вначале всего вы должны следовать тому, что говорит ваш Гурудев. И после этого вы должны спросить вашего Гурудева или Шикшагуру, чтобы в гармонию привести все это. И таким образом вы должны получить правильное значение, иначе, если вы разовьете какое-то оскорбление в адрес их лотосных стоп, то это плохо. И поэтому главное, вы должны следовать вашему Самбанта Гьян Дате Гурудеву и потом это все привести в гармонию. Поскольку Шридхардев Госвами Махарадж или Бонтов Госвами Махарадж, они никогда не говорят ничего, что противоречит Сиддханте. Просто вы должны понять это и привести в гармонию. А если не можете, то нужно прийти к какому-то великому преданному, который получил милость вашего Гурудева, например, если ваш Гурудев ушел, как, например, Шрила Кешава Госвами Махарадж ушел, то надо к Вамане Госвами Махараджу пойти, тот, кто получил его милость. Если Вамана Госвами Махарадж ушел, то надо пойти к тому, кто получил милость Шрила Бхактиданте Вамана Махараджа. Как, например, Махарадж приводит пример, если мы совершили оскорбление какому-то вайшнаву, а этот вайшнав ушел из мира этого, то как прощение у него, обрести прощение от него? Вот нужно найти такого преданного, которого обрел его милость, тот, кто совершает его манабишту, его желание, его сердца. Или сами вы можете пытаться исполнить желание его сердца, если сделаете так, то Гуру Вайшнава не увидит это с высшего мира и простят вас. И вот если вопросы какие-то есть. И вот сейчас недостатка денег нет, но недостаток в настоящей Сиддханте. В этом проблема.